Всех приветствую, мы на канале Мос Алим. Взяли в работу Kia Ceed на полную шумоизоляцию. Разобрали автомобиль и вот так вот он выглядит. Все это, конечно же, мы будем вычищать, обезжиривать, пылесосить. И уже потом будем наносить первый слой наших материалов. Что касается штатной шумоизоляции, вот в таких количествах она присутствует, небольших. Что совсем это не помогает от шума колес и прочего. Будем все проклеивать сплошняком. Также салон автомобиля полностью разобран. Также все будем вычищать, обезжиривать, пропылесосим и будем клеить. Разобрали крышу автомобиля. Вот так вот выглядит штатная шумоизоляция. Дальше пустота. Все будет проклеиваться. Два слоя. Вот так вот выглядят разобранные двери. Да. Все это будем вычищать, протирать, обезжиривать. Так выглядит штатная шумоизоляция. Его трогать мы не будем. Все будет наноситься поверх. А вот передняя дверь. Также обезжирим, вычистим и можем приступать к работе. Проклеили первый слой вот таким образом. Все сплошняком нанесли, прокатали валиком и приступили к нанесению второго шумополощающего слоя. И вот так вот он будет выглядеть. Доклеиваем и приступаем к сборке. Первый слой нанесен. Вот так вот это у нас все выглядит. И получилось, что у нас смотрим. Крыльях, на арках, все прокатано валиком. Все проклеено, насколько это возможно. На полу все сплошным слоем. В салоне на полу все так же. Проклеены двери, внутренняя полость вибропоглотителя. Глухо. Можем приступать к нанесению второго шумопоглощающего слоя. Приступим. Завершили работу по нанесению материалов. Вот таким образом это у нас вышло в багажнике. На полу арки все проклеены. Крылья. Все сплошняком, насколько это возможно. В салоне на полу все проклеили также. И нанесли второй слой на двери. Нанесли и раскатали. Автомобиль готов к сборке. Приступаем к работе. Работа завершена. Все собрано. Все так, как и было до того, как делали на нем шумоизоляцию. Единственное различие будет в том, что гораздо комфортнее теперь будет автомобиль. Все на своих местах, аккуратненько. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока.